74-kilo wrestle back, Matt B. Apparently there will be no Matt A. Break time for Zebskis. I can't believe you're not saying Ruski. Дорогие друзья, в течение двух дней наших соревнований, чемпионата, мы представляли вам много наших известных, всем выдающихся спортсменов, тренеров, специалистов, руководителей спортивной борьбы России, мира, в том числе представляли и многих болельщиков, которые присутствуют в этом дворце спорта, помогают проводить этот чемпионат. И вот сейчас я хотел бы представить вам известного, особенно в Дагестане, спортивного комментатора студии «Утро-2» Рамазана Рамазанова. Он известен как человек, который великолепно владеет аудиторией, великолепно знает спорт, правда, очень нечасто комментирует соревнования по борьбе, но сегодня он приехал, и, естественно, мы ему не дадим покоя. И попросим его прокомментировать вот эти утешительные схватки, которые сейчас проходят. И проходят они... Дорогой Рамазан, мы приглашаем вас принять участие в нашем чемпионате. Вам микрофон. Здравствуйте, уважаемые друзья. Центральное управление Шалковского парка школы и Санкт-Петербурга и все фигуранты северной цепи. Не успел что-то сказать, сирена заткнула меня, но сейчас продолжится все это. Второй испан подходит к своему дяде, который его ругает, чем-то ему не понравится. Сейчас он продолжает бороться в утешилке, чтобы взять хотя бы бронзу и уже не надо привезти. А с синим трико приходит Теймур Ацлиев, один из самых перспективных борцов Осетии. Что только они не творят со спортом, везде выигрывают и футбол, и хоккей, и волейбол. Вот в чем они должны проигрывать, а в чем они должны проигрывать, а в чем они должны проигрывать. No, no, I'm talking about that. Уважаемые друзья, обратите внимание на ковер С. Здесь встретились два дагестанца. Общее количество дагестанцев здесь составляет, если не считать зрителей, 79 человек. Если зрителей добавить, там тройная цифра, наверное, четырехзначная цифра. Куда борцы, туда и дагестанцы тоже идут. А здесь, ну, ваша грамота, один из сильнейших спортсменов.
Гаджимагомеду Ахмед, Республика Дагестан. 19 лет пары, он уже мастер спорта. Азим Магомед, тоже Республика Дагестан, 86-го года рождения, мастер спорта. Ахмед, о, там что это? Второй период. Кто-то как судья возьмет жребий, там шарики, две, два. Откуда претензии были, но судьи не стали рассматривать претензии. Кому повезло? Повезло синему. Темная лошадка раскрылась синему человеку. Это Теймурат Слиев. Итак, первый период выиграл, второй период ему подарила судьба. Он должен выехать. Уехать, посмотрим еще там впереди схватки. В течение 30 секунд Теймурат должен взять бал. Это правило. Раньше такое. Синий марковый. Все. Судьба сделала ему подарок, но он не принял этот подарок. Я хочу получить трудовой бал. И в третьем периоде мы увидим, кто выиграет. Теймурат Слиев или Ислам Цороев. Ахмед устал. Какая у него схватка. Только недавно, 15 минут назад, у него схватка была у Гаджимагомеда Ахмеда. И теперь он вынужден. Не надо было проигрывать. Раз проиграл финалисту, теперь надо пахать в тишину. Ну, парень хороший. Это гений борьбы. Новая светлая звезда на небосклоне дагестанской вольной борьбы. Есть прекрасный. Уважаемые друзья, хорошо, что появился телевизор и записывающий аппарат. Если бы не это, как судьи могли бы пересматривать решение? Слава Богу, техника помогает более справедливому решению судейскому мужчине. Теймурат Слиев. Северная Осетия.